1 ноября прошлого года между Славянским и Красноармейским районом был подписан договор о сотрудничестве. Сотрудничество это будет достигаться во всех сферах, подчеркнули главы обоих районов. Чтобы обменяться опытом в таком направлении, как молодежная политика, на днях в гости в наше муниципальное образование прибыли представители Управления молодежи Красноармейского района. Тему продолжат мои коллеги. За одним столом в неформальной обстановке собрались специалисты по работе с молодежью Славянского и Красноармейского районов. Главное, чем делились представители обоих муниципалитетов – межклубная работа. В Славянском районе действует более 50 подростково-молодежных клубов. Порядка 3000 человек состоят в них. Направление работы Управления по делам молодежи, организация самоуправления в учебных заведениях, профилактика экстремизма, наркомании, беспризорности, правонарушений в подростково-молодежной среде, организация труда и отдыха молодежи, развитие волонтерского движения, гражданско-патриотическое воспитание и многое другое. Славянцы делились опытом в организации клубной работы, рассказывали о своих достижениях и наработках. Красноармейский район довольно-таки богатый идеями и достижениями. Хотелось бы перенять опыт и у них, у отдела по делам молодежи Красноармейского района. Поэтому наш путь – это межклубное взаимодействие. Более 20 клубов работает в Красноармейском районе, рассказала координатор работы с молодежью Мария Федеева. Около 2000 активистов задействовано в них. Организация досуговой занятости ребят в их работе самое главное. У нас есть много клубов, которые надо еще доработать как-то, начинающие клубы. Я вот вижу, что в Славянском районе более как-то не функционируют, чтобы мы приняли какой-то их опыт. Здесь более, конечно, другой уровень, и я думаю, что по приезду домой я много расскажу руководителям клуба о ваших клубах, также своему руководству доложу, какие нужно внести изменения, что добавить. Такие встречи, несомненно, нужны нашим районам. Теперь, после обмена опытом, работа с молодежью выйдет на новый уровень. Рузанна Ефремян, Георгий Калинин, программа «События».